Всем привет! Сегодня у нас очередной роллинг на 150 тысяч самоцветов. Нам надо выбить 1000 героев и забрать вот эти самые нежные плюшки. Ну, плюс возврат 20к. Ну, поехали. Не будем тянуть время. По 450. Малышник. Атлантикор, но это уже топовый роллинг. Хранитель, неплохо. Кубчик, тыковка. Смотрите, сразу собрали почти всех бафферов за 5к. Но нам надо что-то имбовое. Вот оно все. Вот так вот поролили. Сейчас место освобожу. Тяжела судьба доната. Вечно места не хватает. Так, все, должно хватить. Побежали. Ведьма. Дракокас. Ну, 13к стрелок. Сразу же варлок. Гуд. Надо еще. Медуза. Сердцеедка. Королева гарпий. Бульдозер. Ниндзя. Варлок. Хорош. Гаргул. Дракокас. Да, ничего так. Ничего так. 25к мы уже неплохо наролили. Сучка, которой у меня нет на прокачанных. Так, надо Ануб, надо Фрея. Правда, зачем, не знаю. Но еще один Купидон. Так. Это была бесплатка, нам упал Тритон. Ну, пробуем по 150 что-то годное выбить. Не падает, видите, у меня на аккаунте по 150 никогда не падает. Падает только за 450. Ну вот, как я и сказал, только за 450. Ну, рандомчик, давай. Медуза. Призрачный всадник. Ну давайте, давайте разными тактиками. Правда, это никогда не влияло на роллинг, но... А вдруг? Укротитель. Сыпет, в принципе, неплохо. Ну, на моем аккаунте так всегда. Так, 5к, и уже будет вторая сердцеедка. Бог грома. Понеслась. Ну давай. Леди Лео. Ну давайте сейчас фарманем что-то. С
сольем 12-го Рину. Вот так он умер героической смертью. И Некрос тоже. Все, значит, сейчас мы Рину выбьем и Некроса. По-любому. За самоцветы. Так, ну. Тыковка вторая. Ну, это просто... Просто самый нужный герой на аккаунте, особенно на моем. Шаман. Просто... Ну, тоже неплохо заклинательница. И сразу же варлок. Это по-любому надо... Ребята, надо ради Некроса и Вальтора. Просто надо фармить рейды. Сейчас мы забьем полную шкалу, и нам по-любому упадет сразу же Некрос. Если не Некрос, то за полную шкалу маны будет Вальтор. По-любому. Блин, да что такое? Нету ни одной нормальной базы для фарма героев. С таким темпом, конечно, мы никого не выбьем. Ладно, поехали дальше. 450. Ну? РТ. Это просто топчик. Еще один Купидон. По-любому надо фармить подземки. Все, фарманули подземки, побежали дальше. Видите, как жестко сразу падает. Опять РТ-шка упал. Сейчас по-любому Некрос будет. Вот так на 8% Минотавр ударил. Просто жестко. Ну... Гигант с холма. Охренеть. Недостающий герой на моем аккаунте. Не, видите, все-таки мало мы подземок зафармили. Вот он. Просто самый топовый герой. Просто паладин. Да. Ну, побежали дальше. Почти половина. Ну, я говорил просто, что надо обязательно фармить. Сейчас мы золото еще подфармим. И у нас упадет полностью все. Так, давай, 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 давай. Оп. Есть, красавчики. Ну, если Минотавра донатного героя слили, значит сейчас к нам придет и Минотавр. Просто РТ. Ну дай минуса. Ну, спасибо. Снова Зила, зима. Третья сердцеедка. Леди Лео вторая. Походу надо фармить опять. Душ. Душман пришел. Друид, ну все, мы собрали всех практически. Практически всех. Вангую, сейчас нам что-то упадет, надо только дофармить золото. Правда, неким уже фармить, но мы постараемся. Варлок.
Еще один варлок. Просто топ роллинг. Бог грома. Так, сердцеедка. Ну давай. Еще один суккуб, ну просто топчик. Я говорил, Рино придет. Еще одна ведьма, еще одна смерть. Триант одержимый, Ронин. Вот он пошел, Дед Мороз. Пошел трешачок. Именно то, чего нам не хватало. Но под такую музыку второй Рино просто падает этот антикор. Еще один Гаргул. Фрэнки. Кинди. Просто звездопад. Легендопад. Еще один Купидон. Ну, смотрите, уже просто X2 пошло. Мы сломали рандом. Я просто, я же говорю, я уже просто сделал X2 у себя на аккаунте. Мне надоело уже просто щелкать вот это вот, чтобы ничего не выпадало нам. Ну, Афина. Просто Афина. Вот так, ребятушки, надо ролить. Они там по какому-то одному герою топовому. Имба мега роллинг. Еще одна сучка, третья уже на сегодня. Рез королева гарпий. Так, надо отключать это 4x2. Ой, извините, еще не выключил. Бля, походу все, я спалился, ребята. Пора прятать это все. Все, выключил по одному герою. Все, выключил на обычных героев. Ниндзики, всякие королевы, гарпии падают. А то это очень сильно палевно. Давайте по одному. Опять рыцарь тьмы. Ну, вот так вот такой вот роллинг королев можно показывать. Все. Слава богу, вовремя выключили щиты. Видите, все, все гуд. Кенди какая-то там упала. Королева гарпий. Все нормально. Хух. Тут было как-то жестко очень. У Купидон тоже нормально. Булька упала. Еще Леди Лео. Ну нормально, нормально. Пусть так падает. Ну раз и 450. И давайте до первой легенды. Точнее, до последней легенды на сегодня. Это будет у нас друид. Да, вот так вот. Вот такой вот у нас роллинг. Роллинг X2 я бы так назвал. Вот так надо ролить. Давайте посмотрим, кто там нам приблизительно упал. Это у меня там героев мало. Хоть приблизительно посмотрим. Вот 12 ангелочков. 8 бочек, маловато как-то. 13 гигантов. 9 инженеров. Блин, ведьма-морозница, 10 штук. Офигеть, смогу эволюцию сделать. Дриада. 79 палачей. Это топ. Ну, эти все такие себе. Ну, тритонов мало упало. Хотелось бы побольше.
Разрухи. Видите, у меня такие вот разрухи падают. Ну, паладин нам сегодня упал в единственном экземпляре. Это просто имба. Ну, тут, как обычно, там где-то 78 тыковок уже завалялось. Купидончика уже подсобиралось. Ну, все-таки один минотавр. Мы не смогли сегодня за Сэма выбить еще одного. Это печально. Что у нас еще есть интересное? Разруха нам тоже не упал. Шапка не упала. Зато череп упал. Дрэк, я не помню, был. Не падал. Дерев пора упало, это упало. Арктики нам, в принципе, уже не надо за самое. Гаргула 3 штучки. Валька была, Кинди была. Ну, эти все были. Вальдоры нам больше за самое не приходят. Это только у Рылева за самое не падают. Ведьмочки тоже неплохо. Эти все тоже нам упали. Стрелок упал, Ронин, Рино. 2 штучки. Ну, Анубис, сволочь, на мне пришел. Сегодня не день Ануса, ребята. Тессу мы тоже не выбили. Ну, Некроса это надо очень много сливать. Мы даже ворожая не выбили. Зато мы выбили Фрэнки, выбили Афину, 2 заклинательницы. Бигфут они получили, но получили Фрею. Вот так вот. В принципе, неплохо. Ну, X2 мне понравился. Скоро мы перейдем на X3. И на X3 будет вообще жестко. Все, пишите в комментариях, как вам такой X2. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.